Ну что же, всем еще раз добрый день, друзья, и мы начинаем трансляцию уже финального поединка, заключительного матча, где выяснится чемпион первой лиги, номер 10 Виктория Мустафина, номер 4 Валерия Хохлова, номер 15 Марина Качмазова, Милена Болдырева, главный тренер команды Наталья Дыгай, девушка звезды 2005. Но что касается моментов, которые у ворот Краснодара возникали, то их было достаточно много, и поэтому интересно будет посмотреть, как сегодня этот вопрос будет решать Краснодар, потому что с Данчанкой тут, может быть, все закончится и не так радужно. Пешкова свой забег совершает. Но вот Смирнова, опять-таки повторюсь, будет сегодня непростую задачу решать. Пешкова пошла дальше, и можно уже пробивать. Нет, подбирала долго ногу, пробила, и вот так. В момент Гусева готова включиться, и вот Гусева и движется с мячом. Кстати, она играет сегодня против своей бывшей команды. Вообще Данчанка настоящий такой поставщик кадров. Много футболистов как раз из этой команды пришли в «Зенит». Вот такая вот подача, и даже можно ее считать уже ударом. Тут вот хорошая скидка от Родионенко на подключение Хохловой. Это как раз-таки всегда бывает очень опасно. Передача на Пешкову. Пешкова пяткой дальше, и хороший удар. Такое ощущение складывалось, но не найдя, уже дальше пошла мячом владеть. Тут Лазутова хорошо разворачивается. Гусева играет в ширину. Успевает Истребинская, ждем передачи, передача идет в штрафную, и мяч залетает в ворота. Я не знаю, потому что мяч просто вот туда вкрутился. Если, скажем так, не удар, а передачи, можно номинально считать ошибкой вратаря. С другой стороны, да, надо было, наверное, все-таки... Что нам команды покажут во втором тайме? Перерыв. Матч первенства первой лиги среди женских команд и второй тайм матча Краснодар-М. Данчанка, да, будем сейчас с вами смотреть. Под девятым номером именно она пока автор единственного мяча. Смотрю, что у вас развернулись тут жаркие дискуссии в комментариях по поводу того, какого качества футбол показывает. Как раз таки подает эти стандарты. Могла сейчас Кузьмина забить. Его заблокировали, и Жаркова уже разгоняет атаку. Через центр движется на скорости, очень хорошей скоростью Мидей, успевает еще одного игрока обыграть и дальше, и теперь уже только вратарь перед ней. Подачу на Жаркову, может быть, не очень точную, но, по крайней мере, на обострение было сыграно. Фролова хорошо увидела, что может сыграть в ширину, и куда придет мяч, Жаркова. Жаркова попадает в положение на первое на подборе, но нет, быстрый мяч теряет. Вот Качмазова, вот ее дриблинг как раз. Посмотрим, что удастся создать. Хохлова, мягкая передача. Нет никого в той зоне. Или все-таки кто-то есть. Пешкова влетает. Просто двоих ушла. Оставляет возможность сыграть Кузьминой. Кузьмина хороший пас в левую зону. Ну что, может момент прийти сейчас у Данчанки. Дальше прокидывается мяч. И разыгралась эта футболистка во втором тайме. А теперь уже Пешкова тащит мяч, прошла, и идет передача. Моментище какой был у Хохловой. Рака там возникает. Ого, ничего себе. Вот такое завершение у нас. Сейчас очень правильное решение приняла. Просто сама протаскивает, пробила, и рядом со штангой мяч прошел. И все. И в этот момент звучит финальный свисток, и вы слышите сами реакцию, как там отреагировали девчонки из Краснодара. Теперь, конечно, уже, надеюсь, не дойдет ни до каких там... Смотрите большой футбол, смотрите женский футбол. И до новых встреч в эфире.